После окончания учебы большинство из них хотят вернуться в родной регион. У главы Кубани они интересовались о поддержке молодых специалистов и поделились своими идеями развития бизнеса и сельхозпроизводства. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, акцентировал, что краю сегодня необходимы квалифицированные кадры в различных сферах. Но при выборе сотрудника, по мнению губернатора, преимущество важно отдавать не полученному диплому, а знаниям. Я сразу вам скажу, я не делаю приоритет студентам, которые учатся в московском вузе, по отношению к студентам, которые учатся в краснодарском вузе. Важен не диплом, важен для меня качество подготовки. Насколько студент будет готов потом к реальной жизни, к реальной отдаче того, чему научили. Сегодня для меня принципиально важно, чтобы край имел высококвалифицированных специалистов. Вы не должны терять корни, реальную связь со своей родиной и с краем, чтобы понимать, где проблемы края, что сегодня необходимо. Конечно, сегодня краю очень много необходимо вещей, которые связаны с модернизацией в целом производства и экономики. В том числе мы сегодня, как бы мы ни говорили, мы аграрный регион, и мы сегодня остаемся сырьевым регионом, но мы теряем свою добавочную стоимость. То есть, по большому счету, тот же фермер и тот, кому по силам сегодня купить вот эту вот пищевую линию, он ее купить не может. Поэтому Краснодарскому краю нужно производство для средств производства. Больше, что нам сегодня необходимо. Нам нужны сильные мозги, которые запустят эти линии. Еще больше вникнуть в проблемы края станет возможно при прохождении практики в родных городах, предложила губернатору студентка Российского аграрного университета. Вениамин Кондратьев поддержал предложение. Такая практика будет полезна выпускникам и выгодна предприятиям, уверен губернатор.